Ну и снова здрасте. Пришла с улицы. Ходила, 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 ходила и купила этот Веладис, видите? Вот купила Веладис. Селедочку. Ну, если бы была одна, а так. Здесь три штучки, 65 рублей. Представляете, так дорого. Одну бы скушать. Кушаешь, что? Все, вот такая селедочка. Что темно, да? Может, добавим? Может, добавим свету? Вот так. Давайте, вот, будет светлее. Вот такую я красотищу купила. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Три штуки, 65 рублей. Ну, они такие хорошенькие, толстенькие. Видите? Вот. Уже без головы, без кишок. Она жирненькая, она вкусная селедка эта. Ну, если бы по одной продавали, а то же это все деньги. В общем, вот такое дело. И купила я икру кабачковую, 30 рублей. О, видите, 30 рубликов. Хорошая я когда-то брала, хорошую. Вот и все. И по уценке огурец купила за 7 рублей. Уцененный огурец. Кривой. Так они 72, а так 53. Вот и все. Все покупки. А, еще купила я, смотрите, что, апельсинку. Апельсинку. Вот и все. Вот и все. Нужно почистить его, потому что я не доверяю этим молодым огурцам. Мы их почистим все-таки. А потом попробуем. И селедочку с этим пюрешкой пойдет хорошо. Вот такая у нас сегодня с вами распаковочка. Прошлась я, посмотрела птичек, птичек нету. Уже старые пары, которые не распаруешь. А мне же надо девочка. В общем, нет. Завтра надо на рынок. Я уже 10 раз говорю, никак не дойду до него. Нужно сходить на рыночек. Вот так. Вот почистила огурчик. Попробую. Хороший. Сладенький. Вот такая распаковочка. Так что будем кушать. Видела хорошую рыбку замороженную. Горбуша, что ли, такая небольшая. Ну, может, вот этот кеджут, или как-то я неправильно говорю. Знаете, сколько стоит? Она не определит цену. Написано у нее 300 рублей. Потом считает она 260. Я говорю, так сколько же она стоит? Не знаю. Ну, короче, не узнала я цену и пошла. Ну, это одна рыбина, наверное, рублей 500. Ну, не 500, но 350 точно. Просто такая свежая лежала, хорошенькая. Такая она небольшая, ну, не по нашим деньгам. Тут бы вот этой селедки я бы одну купила. А так упаковка. Хочешь, не хочешь, бери. Такое мне не подходит. Вот вам распаковочка. Все, пришла. В городе тепло. Народ движется. На площади то ли радио говорит, то ли митинг какой-то, не знаю. Что-то там разговаривает. Птички поют, собачки гуляют. Что я еще видела? На остановке стоит машина с колбасой самодельной. Мясо. Машина тоже частная. Что еще такое интересное? В сельпо я не заходила. Я прошлась по этим зоомагазинам. Да и домой. Вот такое дело. Уже сирена опять гудит. Успела я. Все дома. Давайте, пока-пока.